Как работает? Инструмент, кроме метелки, больше ничего нет? Все есть. Есть у вас? Весь инструмент есть? Есть, есть инструмент. Он. Он. Какую задачу получили сегодня с утра? Право до обеда просить, он накрылся. Я хочу еще рукой накрыть. А вот сами тротуары? Тротуары? После обеда. Не успеваю. А, после обеда будете уже тротуары делать, да? Чистить? Да. А подсыпать у вас песок или что, привозят? Да, песок привозят. А когда привезут, сегодня что-то сказали, нет? Так, как подвала. Сколько у вас домов вообще-то на вас обслуживали? Вот у меня, вот этот, 81-й дом. Ну, как, вот этот. Один, вот этот один дом, больше у вас нету, да? А сколько получаете в месяц? Я еще работаю неделю. Еще не знаете, а сколько обещали? Обещали полностью 13, дом минус, это помню. Ну, понятно. Это один дом, да? Ну вот за эти два дома. Два дома, короче. Вот этот дом и этот дом, да, у вас? Да, и вот этот крыло. Дом один, просто много подъездов. Подъездов. Когда вышли на работу, во сколько? А к 8 выходим. К 8? Да, не поздно ли? А я не знаю, какой распорядок. Распорядок очень плохой, наверное. Надо будет, наверное, где-то часов 6 выходить, чтобы пока люди не выходят, чтобы вы немножко успели все брать. 8 часов практически считать. Люди уже все ушли на работу, все уже натоптано, снег вам тяжело убирать. Тяжело. Поэтому, может быть, стоит менять график работы? Думаю, что следует. А? Думаю, что следует. Наверное, следует. Вам надо будет, наверное, пораньше выходить, пока еще люди не вышли из дому, чтобы вы могли подмести, убрать. Да, да, да. Вы утром часов 6 вышли, часа 2, пока люди ушли, часов до 9 поработали, потом дня часа на 2, на 3 вам перерывчик там, а потом дальше уже работать, да? Ну, вы считаете, что этот график будет лучше? Лучше. Все понятно, тогда управляющим компаниям так и будем говорить.